Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики, и не подписчики, и все, кто видит это видео. Сообщу вам печальную новость. Для меня это большое горе. Наш павлин, самец, долго болел и в итоге все-таки умер. Мы пытались ему помочь всем, чем могли, лечили его, приобщали разных ветеринаров, но видать, это было что-то серьезное. Ну, когда павлин отдыхал у нас тут на крыльце в тенечке, Павлюша стала около него ходить, наверное, со второго дня. Стала понимать, что с ним что-то не так. Ну и вот около него ходила. Тоже от тени пряталась, вполне возможно так. А может быть, переживала за него, да? Павлюша лежит, слушает маму. Павлин ничего не видел, и его шатало. Он плохо ходил, то есть он не видел, куда идти. Ну и из-за этого, естественно, он не ел и не пил. Мне приходилось его и кормить, поить, и лекарства. Муж делал уколы. То есть делали мы с ним все. Он позволял все делать. Но это все равно ни к чему не привело. Что-то она с ним делает. Не знаю. Ухаживает. Или что? Так что это последнее видео, которое будет об этом павлине. Это все.